по традиции. Всем привет. Мы поесть. На детей отправили, чтобы спокойно провести переезд. Да. Чтобы все прошло тип-топ. Но они с радостью пошли. Последний наш завтрак в этой квартире. Да, кстати. Да. Так надо дело отметить. Мы отмечаем завтрак. Каждый повод нужно отмечать. Согласна. На завтрак у нас яичница с картошкой и вкусные гренки. Так что всем приятного аппетита. Камера у нас уже стоит, снимает, как мы завтракаем. Вот. Сейчас поедим и за дело. Все готовы? Да. Подключили свет, подписали все бумаги, все, можно со спокойной душою полностью, да, его уже включили, полностью переезжать. Я в удобной одежде, я уже собрала всю кухню и все помыла, остался только холодильник. Вот, сейчас будем пить кофеечек. Тетёля навела порядок в ванной комнате, в шкафах, ну, то есть здесь тоже все. Пыль, здесь все протерто, полы будем мыть уже, когда здесь отремонтируют стены. Ну, в общем, мы вдвоем, чистота и порядок, мыть больше. Вот сюда вообще, Зай, вот сюда не заходим. Надо это печатать. Нетронутая территория. Вот, сейчас пьем кофе и все, и полностью вывозим все остальные вещи. Вот, так что, да. И тут тоже шкафы, тут осталась только вот какая-то техника. И так как у нас фирма же здесь, в Андорре, тут обязательно должен быть огнетушитель. Вот, так что он у нас здесь, нужно его обязательно забрать. Ну и шторы там, все дела тоже. Я не выкинула, я в чай положила. Только хрен найдете вы чай. Вон в том пакетике, вон там. Там кусочек один. Да, в фольге я замотала и положила. Нет, там уже не видно. Я могу поделиться там, или что-нибудь. Вот, все собрала, всю нашу кухонку. Тут у нас в основном, если честно, одни харчи. У нас просто запасы. При том, что мы не закупались. У нас вот полным-полно всего. Вот, так что это мусор. А еще у нас есть крышка от коробки. Вань, как так получилось, что крышка есть, а коробки нет? Мы одну коробку с настольными играми. А, с пазлами. С пазлами. Она без, вот от нее. От нее крышечка. А, ну вот еще также готова Ванюшкина старая комната. Тут тоже все. Тут только вот красить стены, отклеивать наклейки. А так, то, что от нас зависело, мы уже все это сделали. Вообще эту комнату можно закрыть. Вот. Там декор осталось поснимать со стен. Ну вот здесь вот тоже все забрать. Наши правила дома. Постеры. Наша картина. Ну все. Ну все. Все готово. Just playing.
уже почти все вывезли, осталось самое крупное. Вот, а я, пока там везут все, я снимаю наклейки. Здесь сняла, сейчас буду убирать вот тут наклеечки. Ну, в общем-то, они, в принципе, не так сильно прилипли, но все равно, чтобы их подцепить, нужно так хорошо постараться. И так отклеиваешь, вот видите, оно отклеивается с краской. Не все, но отклеивается, поэтому придется здесь шпаклевать все и перекрашивать. Ну, это следовало ожидать, мы к этому были готовы, поэтому ничего страшного. Краска уже есть, уже все сделали. Точно такого же цвета. Вот. Так что будут завтра красить. Сегодня мы вот переехали. Сейчас наклеечки сниму. Мне еще... О, вот это, смотрите, как много содрало. Блин. Я, наверное, большие снимать не буду. Смотрите, что осталось. Фен надо взять с собой. Погреть феном. И можно будет убрать. И не так сильно снимется. Ну вот и все. Все здесь. Ура! Переехали. Сейчас привезут последний диван. И все. Так, красота. У нас, кстати, дождик. Это уже совсем другое дело. Мы покушали. Сейчас немножко собираемся разобраться в вещах. В общем-то, у нас у Ани в комнате есть провода, но нет люстры. Поэтому нужно будет что-то посмотреть и сюда купить. Вот. А пока что я сейчас подключу вот эту Ванину ночную лампу, чтобы был свет. Но пока еще светло. Перестановку, точнее, не перестановку, а расстановку здесь сделать. Потому что они так скоро уже спать. Так, это Ванюшкины все вещи уберем. Анютина. Так, Анечкина, это Анечкина. Так, ребята, я вас поставила в шкаф. Вещи, подушки, одеяло. Позовите Дурю, если он свободен. Гулять. О, можете мне помочь, Эдвард? Наверное, это по
пока что вот сюда в коридор вытащите. Мне нужно, чтобы вот эту коробку сюда, а кроватку я хочу вот сюда поставить. Да, как? Да. Лицевая вот эта. Все остальное. Так. Ку-ку! Оля! Ку-ку! Так, это... Он у нас уже везде игрушки. Это... Ванюшка, это твой. А что в этом? Мулан. В этом рюкзаке твоя зимняя одежда, сынок. Открывать не надо. Вот. Кофе. В новогодней чашке. Фу. Представляете? Ой, заблокирована порта. Сейчас разблокируется. Вещи постирались и высохли. За 2 часа. Ну что, ребят, официально мы переехали. Сейчас закажем ужин. Да. Мы перевезли последнее, что у нас оставалось, это холодильник. Перевезли его без машины, прямо на тачке и довезли. Тут у нас очень близко. Вот уже его поставили. Единственное, сейчас нужно поменять дверку, ну, местами, потому что она неудобно открывается. Я слышу, папа уже начал там откручивать.
Вот так что мы сейчас с вами, ребят, попрощаемся, поужинаем и будем отдыхать. Чтобы сегодня я ночью не монтировать, сделаем это немножко пораньше. Так что всем спокойной ночи. И всем. Два ролика, два новых видео вас уже ждут на бьюти-канале. Один завтра выйдет на бьюти, на ух ты. Да, и еще один выйдет на свитхом. Откровенный будет разговор на моем канале. Так что заходите, послушайте, дайте свою реакцию. Вот. И на свитхом будет ролик про дома в Испании. Короче, оба классные, работали много, получилось интересно. Так что увидимся с вами там. Завтра. Там. Да. Пока-пока.